Послушайте, пора нанести удар по электростанции. Мы знаем, что будет непросто. Мы уже пробовали и вернулись не все. Но теперь мы умнее. Мы лучше подготовлены. Я уверен, у нас получится. Мы обязаны это сделать. Это единственный способ найти Татьяну и покончить с Нар. А что насчет этого урода в черной маске? Удалось выяснить, кто он? Нет, но какая разница? Если наши пути пересекутся, прикончим его. Вот и все. Ты знаешь, чем Нар на самом деле занимается на станции? Что там такого важного? И при чем здесь Татьяна? К сожалению, все подробности мне неизвестны, но я знаю достаточно. Будем держаться вместе, действовать по плану, и в конце концов все получится. Я в это верю. Шикарная речь, профессор! Серьезно? Я чуть не возбудился. Но снаряга-то у нас есть? Да, у нас есть все, чтобы проникнуть на электростанцию. Никто из нас раньше не участвовал в таких серьезных операциях. Если хотите выйти из игры, сейчас самое время. Бесит, когда одна организация получает столько власти. К тому же для меня это вопрос личный. Можешь на меня рассчитывать. Игорь, я всегда готов тебя прикрыть, но это безумие. Такая операция требует подготовки посерьезнее. Не могу поддержать план, в котором не до конца уверен. Бред. Ты просишь нас идти вслепую туда, где мы можем оказаться в ловушке. Почему ты не подготовился лучше? Думаешь, я дам заднюю и пропущу самое веселье? Хрен там! Я с тобой, Игорь. Помогать или нет – выбор каждого. Я не могу никого заставить. Спасибо за доверие. Врасплох мы их не застанем, но мы знаем о слабостях Нар достаточно. У нас есть шанс. Наровцы давно дали нам понять, что они готовы схватить меня, но не убить. Воспользуемся этим. Кто-нибудь из вас переоденется в форму офицера Нар и будет сопровождать пленника, то есть меня. Это наш билет внутрь. У нас только две формы Нар. Обе мужские. Есть желающие? Тебе нужен тот, кто не станет паниковать, когда все пойдет не по плану. Риск есть, но я свой. Ты что, надумал идти без меня? Я же король вечеринок. Кого хочешь, спроси. Так, осталась еще одна форма. Есть желающие? Нар наверняка усилила цифровую защиту и систему наблюдения. Но опытный хакер сможет отключить их хотя бы на время. Похоже, компьютерных гениев среди нас нет. Что ж, придется обойтись так. Нужно, чтобы кто-то прикрыл нас, если возникнут проблемы. Кто-то, кто может попасть в цель с большого расстояния или хотя бы внимание отвлечь. Я не слишком люблю огнестрел, но отвлечь их определенно сумею. И последнее, но не менее важное. Шпион.
Нужно, чтобы кто-то следил за действиями НАР и все нам сообщал. Да я годами наблюдаю, как эти уроды гоняются за своим хвостом. Я знаю, как они мыслят. Тебе нужен я. Ну что? Все знают, что делать? Последний шанс передумать. Вот и все, моя любовь. Финишная прямая. Ты через столькое прошел ради меня. Убедись, что ты готов. Потому что сейчас тебе понадобится все. Ум, сила, надежный план, верность союзников. Удачи, любимый. Вот и все. Наше время пришло. А дальше будь что будет. Пока мы не полезли в пасть дьяволу, хочу еще раз убедиться, что все готово. Как поживают мои глаза и уши? Глаза горят, уши на макушке. У меня есть планы и ходы. Я слышу унылую болтовню этих говнюков так четко, как будто они сидят у меня под боком. Не волнуйся, Игорь. С моей помощью это будет не сложнее, чем в магаз за пивом сгонять. Снайпер на позиции? Удалось найти хорошую точку? Конечно, партнер. Вижу тебя в прицел прямо сейчас. И то, как ты в носу ковыряешься тоже. Может, я и не лучший стрелок в зоне, но с такого расстояния даже таракан не промахнется. Тут несколько постовых возле ворот. Первые препятствия на пути. С детства мечтал пальнуть кому-нибудь в башку из винтовки с глушителем. Быстро, элегантно, надежно. Просто дай команду. Лучше используй боковой ход. Если захочешь, завалишь их на обратном пути. Звучит логично, Михаил. За дело? Найти его не так-то просто, но я могу помочь. Живо окажешься на той стороне, а эти уроды даже не заметят. Thank you.
Пока все идет неплохо. Но дальше будет хуже. Нар обновила систему безопасности. Проверка безопасности. Раньше это был детектор радиации, а теперь биометрический сканер. Хитро. Прямой видимости нет. С такого расстояния я их всех не сниму. Но могу пальнуть по тем бакам с горючим в нескольких сотнях метров от тебя. А ты в суматохе проскочишь мимо. Хреново только, что мне тогда придется уйти с этой точки. Систему безопасности НАР может взломать достаточно опытный технарь. Похоже, они вместо защиты спустили все деньги на порнуху. Тогда за дело, Сашко! Подъем, солдатики! Спасибо тебе за помощь, Сашко. Увидимся на вечеринке в честь нашей победы. Вход должен быть где-то поблизости. Большая металлическая дверь в служебный коридор. Ничего сложного. Не высовывайся, Игорь. Там хренов снайпер над тобой. Хорошая рать. Откуда ты знаешь? Радиопереговоры подслушал. Они тебя еще не засекли. Но если поднимут тревогу, накинутся на тебя всей сворой. Черт.
если взорву замок. Включится сигнал тревоги. Херово дело. Сигнализация подсоединена к замку. Но взрывчатка Сашко уничтожит и замок, и механизм запуска. Все будет нормально. Готово. Надо отойти. Нам удалось попасть внутрь. На какое-то время мы в безопасности. Эти туннели ведут прямо к реактору. Оттуда добраться до ковчега будет несложно. Что за хрень? Трещит так, будто сейчас взорвется. Добрался до распределителя. Возможно, смогу отключить электричество в ближайшем коридоре. Ладно, электричество отключили. Ну, наконец-то. Оказалось зря, Игорь. Зря. Что произошло? Ты где-то допустил ошибку. Мне очень жаль.